Жители нашего города с нетерпением ждут того момента, когда территория вокруг кинотеатра «Искра» вновь будет благоустроена. А чтобы этот момент настал быстрее, за ходом работ следит непосредственно руководство Московской области. Первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков посетил Видное, где провел кустовое совещание с представителями разных муниципалитетов, участвующих на своих территориях в реализации национального проекта «Комфортная среда». Евгений Леонидович хотел знать все детали работ, а также почему в некоторых городских округах на различных этапах происходят задержки. Видеонаблюдение. Солнечногорск устанавливается, но обещали уже полностью на прошлой неделе установить. Камеры стоят. В 2019 году в регионе должно быть реализовано порядка 50 проектов по благоустройству территории отдыха для горожан. После завершения общего совещания Евгений Афанасенков отправился к кинотеатру «Искра», чтобы на месте посмотреть ход реализации проекта по обустройству общественного пространства. Его интересовали проблемные места, и таковые есть. Сложность у нас родники, вот мы все выводим в пруд. В этой части у нас большое подтопление. Не в том месте, просто он начал как плавун, то есть ходить с места на место. Просто у нас мы начинаем устраивать корыто под основание, да, и там вода. Уровень грунтовых вод, да, мы его должны отвести, вот отведение произвести. Чиновник осмотрел территорию. Большая часть работ, несмотря на погодные условия, выполняется в срок. Надеемся, что все пройдет в установленные сроки. До 1 октября большая часть объекта будет завершена. Очередная министерская проверка состоится в конце июля. Большую стройку, видно, посетит министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чтобы дать свою оценку. Татьяна Брылова, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.